можете мне оставлять, которые такие поднимают. Да-да-да, я бью только толстяков и тех, кто ползет. Пацаны идут. Ну и прочую хуйню, и красных. Вот это вот такое вообще все неинтересное. Ребятки. А ты опять берсеркера взял или че? Да. Я ну очисти от меня, блять. О, блять, видели, я выстрелил, взорвался, блять. Сзади жрут, ребята. О, лечебная бомба. Стали тусанули. Сзади ползун, блять, снизу у вас. Слушай, эта винтовка охуенно бьет вообще с ваншота. Да, если ты снайпер, то это твое оружие, поэтому ты еще, блядь, и если в голову особенно попадаешь, ты там... Ну я сейчас жирному попал, он вообще взорвался. Да-да-да, ты сиреном старайся вот жбан хуярить, короче, с этого говна, заебись. Вот этому ракетчику въебашь, пока он идет далеко. Я вообще не вижу, блядь, подсветите его, ебаный стыд. Ну вот, я свечу фонарем, не знаю, поможет тебе это или нет. Да, уебал его. Ну вот и все. Еще слева, слева еще. Там еще один. А я пока вот этих из-за коровы просто напал. Уебашил, нет? Еще один, да. Убил. Блять, ползающий захавает, да? Блять, сзади жрет этот, сука, горит, блять. Сейчас, что? Блин, ракетчик слева, по-моему, тут находится. А с этой винтовки похуй, кстати, они даже просто в тело умирают с первого выстрела. Вот эти самые. Старайся пыль. Все равно в голову, типа, ну, ради моды. Ребят, да, Алексей. У меня 6 патронов осталось в ней. Не знаю, где-то патроны найти. Сзади, сзади. Вы главное этих. Слабеньких-то не бейте. Я в дом отойду. Пусть не патроны. Может, да, в прямом, типа, это моя тусовочка. Вот ребята такие слабенькие. Едят, когда тебя, когда. Бля, чем вы занимаетесь, вебеки? Алексей, ну мы же это самое мощное, что ты сомневаешься? О, я еще шотган нашел, дробовик. Смотри, один загорает, смотри, гудок. Жора загорает. Нет, ты чё, смотри, нажми на таб, чувак. Пацаны, а я, кстати, берсеркер переопытный, второго уровня. Нет, хорошо. И меня блеванули, кстати, еще. О, Андрюха, у тебя хуёвые дела, да? Ну да, не очень хорошо. О, а, у нас инмейт загорает. Мейт в альтабе там. Ой, блядь. Баба здесь... сзади невидимая убил. Здесь просто ХПС не пишет. А здесь пушки спавнятся, кстати. Я уже автомат нашел, блядь. Есть, короче, это. Блядские умения у кого-то из героев видеть ХП нахуй врагов. У шаршутера, как, блядь, как он? Команда. Да-да. Уровень стрелки. Прикройся, я перезаряжаюсь. Это, вопрос такой, как скиллы качать здесь? Я вообще здесь можно качать? Ну, типа. Понял, нет. Спасибо. Тут нет скиллов, как бы. Там типа у тебя табличка, когда начинаешь играть, которая пишет, что у тебя сейчас. А, я понял. Там типа 10% ускорения, блять, 1% замедления. 1150 метров. Блин, а как мне посмотреть? Так, а как дропнуть пушку какую-нибудь, ребята? Вот по чикай кнопки, которые ближе к правому краю клавиатуры, то есть Х, твердый знак, Ж, Э. Ага. Вот Ю. Ой, блять. Ой, ёпта, я гранату кинул, блин. Не, сколько у меня денег? Блин, 800 голды мини... Слушайте, а скиньте соточку и топор возьму себе. Ну, типа... Я хочу. Давай, давай. Я, короче, не успею просто добежать, бля, это пиздец, 100 метров, я закупиться. Так, сдался? Так, еще полтинчик. Уже не могу дать, я просто... Ребят, пожалуйста, полтора мне. 20 секунд, это пиздец. Пацаны, ну полтинчик, пожалуйста. Патроны кидать нельзя, не? О, спасибо. Блин, там налог, еще полтинчик надо. Я, бля, быстрее. Пацаны, ну 5 голды же, ёбаный рот. Ладно, я, короче, так буду. Все, я все купил. Заебись, успел. Блять, я что-то протупил, не нашел. Ну, не знаю. А что, нормально, у меня фуловый дробовик, фуловое ружье и, блядь, пистолет. Типа... Блять, мне хватало на это самое. Я вот тут спрячусь, они меня не найдут. А, это третий уровень, да? Там много всякого интересного. Короче, 850. Вот третий уровень я бы, может, так, уже пошли, слышь, вон сзади уже идет. Я спрячусь, они меня не найдут. Это правильно. О, дабл килл, блядь. А, нет. Пиздец, они взрываются. Ну, это в голову, если из пушки нормально кидаешь, то там... Вообще, о, шот. Тут молодые люди еще. Подсвечивайте, ребят, не забывайте. О, здесь идут, блядь. О-о-о! Вот эти собаки самые мерзкие, по-моему, да? Да, да, есть такое.
Меня даже мужик бензопилой лампочкой это не так напрягает. Лампочек мы еще не видели в этой игре ни разу, блять. Я думаю, они фурор произведут нахуй. Так, пацаны. Братишка. Да что ж ты сдохнешь-то уже когда-нибудь? Наконец-то. Отвечай, ребята, если мы так в реальной жизни бы попали нахуй, мы бы сами друг друга быстрее перестреляли. Это пиздец. Скорее всего, да. Глубокая мысль. В реальной жизни. Да ну нахуй, Махачкалу из-за этого ехать. Да-да-да, такая же хуйня. Ну, подожди. Пацаны, я, короче, сошел с ума и начинаю скидывать гранаты во все стороны. Вот знаете, что хуёво-то? Я понял, наш тим еще не хватает. Человек с огнеметом, блядь. У меня есть, ну, полуогнемет. Так, по Вене надо бахнуть. Ага. О, бля, меня жрет баба сзади, сука. Блядь. Так, меня заплевали, бля, помогите, пиздец. Малыши, это не возле тебя уже. Бля, господа, я просто ничего не вижу вообще, что происходит. Бля. Я тебя полечил. Спасибо. 4 косячества. Там, слышите, интересный молодой человек. Прилечите, пожалуйста, бля, я сдох. Блядь, надо прятаться, я пошел прятаться. Блядь. У меня пушка нормальная, подберите. Инмейт, если есть говно, кинь меня говном. Нет, не кидай, я все равно сдохну. Нет, кинь говном. Не знаю. Так, пошли, где меня там пушка? Сами. Где там пушка, вы говорите, стервятники? Пушку же он гудочек убрал. Да, забрал. Разрубило. Просто, блять, как в американских боевиках, всем, блять, накидываю патроны, жалко только конечные, не выдержан это. Вот мелких, да, у меня такое ощущение, что я больше въебал обойму в голову, она не чувствует. Сколько нужно, блять, пулей дать ебаной этой подруге? Я, по-моему... Одну, ты просто говори мне, что она идет, я ее убиваю, видишь? Так, ребята... Чё-то мне вкалите срочно. Там и гудочку надо, да. И тебе. Вы мои пушки подобрали? Да. Пушка у гудочка твоя, да. Тормаз. Не, у меня денег дохуя, если чем другого. Приятно слышать. Так что можешь оставить, она заебись. Из 200 лестничества вроде нет. Да. Так, блять. Колоть. Так, вот это сейчас резко. Не резко. Блин, пацаны, ну мы что-то, по-моему, жестко надрочились. Блять, подлечить, ёбаный стыд. Ну это. А да все. Ладно, нормально все. Типа, рабочее ХП было. А сколько с пистолета надо больше в голову дать? Блять. Пистолета ваншот. Пацан, я говорил. Ебать, ребят. Братишка. Живи. Направо крикните, съебашьте все в сирену, что есть у вас, иначе куда. Блять, я тебя взорвал. Чё, пиздец, все горят, блять. Мы команда, просто класс. Победи. Так, колюка я себе пойду, наверное, ребят. А вы, слышь, я тебя реально взорвал, блять. Ой, блять. Ёбаный рожь, что творится. А что не обоим осталось? А их 14 всего осталось, так что ничего. А так, а что здесь валяется такое? А вроде ничего. Тут пушки спавнятся. Я, блядь, за один матч нашел винтовку, дробовик и автомат, блядь. Слушай, я побегу, наверное, поищу, может, что-то интересное найду. О, корова. Не такое, конечно, интересное, как я рассчитывал. Так, что у нас здесь? Дверь не открывается. Ага. Бля, мне что-то не везет. Я лес по шмоток проверяю, но, видимо, ты собрал все в прошлом раунде, короче. И теперь не отреспался. Так, два, короче, пацанчика осталось. Сука, из нас сдохло. Двое. Короче, у меня очень хорошо денег. Максим, а на что вы купите? На медицинский автомат. Крутой. А сколько он стоит? 1600. Я сейчас продам бомжарскую пушку, купил огнемет. А все вы там, да, зарубили их? Ну, вообще, да, два человека. Парни, я хочу без фонарей, блядь, бегать. Огнемет это очень жесткое дерьмо, короче. Ну, я сейчас вот дострелял на 15 тысяч урона за раунд. Нет, патрончики воруешь, да? Ну, я стянину, не было вообще даже обоймы. Понял. А это патрон вообще для всего подряд? Да, на все пушки по обойме. А как пушку продать?
Можно? В магазин приходишь, да, сверху просто. Слева будет. Ты выбираешь пушку, продать пушку. А вот здесь магазин, о, да? Да, надо подбирать за умершими братьями и просто навариваться на этом. Как мародер, блядь, ебать. Можно гранату кидать под друга. О, патрончики. Андрей. А? Можно, говорю, гранату под друга кидать и поднимать. Пиздец, блядь. Не, ну слышишь, согласись, я грамотно. Да просто не по тимплею, я там врагов всех убил, а ты поставил. Гранат своих же не трогает. Ну как не трогает? Похоже, что трогает. Ну, денег проверим? Кто-нибудь сможет подкинуть чуть-чуть, не? Не, типа не трогает, но тут можно подставу мутить, если видишь, что твой друг кидает гранату, встать к нему в упор, она рикошетит ему в ноги. И типа все, пиздец. Алексей, тогда не настолько плохо, как ты думаешь. Всё, вы, может, найдете? Нет этого последнего блока? Да, есть. Бля, куда бежать? Ёбаный. Ё-моё, Андрей, что мы далеко. Слышь, что-то мы, да, в натуре. Ну ладно, а мы сейчас... Ребята, кто-нибудь сможет денежек подкинуть, слышите, не? Слышите, у меня 1600, это получается, о, я почти что готов катану покупать. Пацаны, давайте сразу скажите. Смотрите, что я взял, Дред. Дред, ты где, Дред? Я иду, подожди. Готов? А? Короче, можете что, мне огнемет? Закинуть на катану немного? А, у меня даже есть на катану денег уже. Дайте бабла. Пацаны, знаешь это, ли это, что я очень жесткий пик? Еще я бы хотел развеять миф, на самом деле патроны не это, не пропадают, если пересаживаетесь не на полный. Да, я не знаю, откуда 300 монет надо, ребят. У меня 0 денег. 300 монет можете дать, нет? Это, Мэйк, как пулять своих? Как своих пулять? 200 всего, 300, есть еще 100 монет у кого? Ну, наконец-то. У меня 0 денег, сори, братишка. Взяв только своих. У инмейта 280-20, у остальных это... 0. Короче, все, сейчас катаны и дрова рубить. Нельзя никак своих. Никак? Нет. Как никак-то? Я взял пушку, как своих, блядь? А, на колесико. А, окей. Это, слышите, это... а катаны как рубить? Тоже на колесико. Тоже я буду бегать заваривать. Слышишь, мне нужно сесть куда-то и стрелять в одну точку, типа. Я могу одну сторону держать, изи. Я вы мне буду брёвна при держать. Появлении жирных скотов, вы мне говорите, короче, где они нахуй находятся, и я снимаю с арбалета. Больше а, ничего понял. Не занимаюсь. Короче, катана, она типа рейндж еще больше атаки, да? Да. Невидимки бегают, я поджог. Крикуня. Грязная шлюха из дезертыкла получила, слышь, ебало, блядь. Пошел уже такой солидный. О, мне закинули. Ой-ой, вот здесь, слышь? Невидимая так, тварь. А чё у меня так, за может быть, на спайки вообще жёстко? Блин, да музончик тут такой опять? Пошел. Бля, ребята, ну сзади, ну развернитесь. Так, уголочь. Не очень. Походу, все равно придется. Нам надо убегать, мы опять в тупике стоим, это провал вообще. Ну-ка, сюда, мразь. И мы в тупике. Ой. Какие проблемы, пацаны, всех расчистили. Чистите, ребят? Чистим. Молодцы. Его так сзади катаной погладил, он так упал. А где моя пушка? Ласкал. Хорош. О, патрончики. Блин, это подстава. Если угодно еще будет патрончики, нет, блядь. Сзади, блядь, мразь. Так, почему у меня нож достался? Ребятки. Слушайте, вкалите мне что-нибудь бодрящего. Ребята, а мне можно что-нибудь бодрящего тоже? Вкалил. Сейчас, иди сюда, соло. Да там бегут, а все, ты полечился уже. Ой, блядь, сзади, ребята. Я говорю, тут бегут как-то. Максима надо подхилить. Я ладно, я себя подхилю тогда. Так, ты вроде как невидимый, но вроде как знаем, где ты есть. Так. Нет. Да, но, бля, я пытаюсь выцелить, но там... Беда, короче, полная. Ну все, я помогаю. Там жирный идет, блядь. У эту дезертыгла отдача вообще страх. О, пацаны, здесь этот. Сейчас я уеду. Вот все. Отлично. Блин, катаны даже не в голову, по-моему, убивают. Сдуло просто девку. Не, снайпер решает, на самом деле, тут как бы спора нет. Так. Могу тоже сам про огнеметчик сказать. Не, огнеметчик еще больше решает. Да, ну и берсеркер, кроме... ребята. Не, берсеркер мясо. Берсеркер стал. Тут, к сожалению, спорить тут... не может. Такие пошли, такой экшен пошел зрителям, я думаю, нравится. Вообще здесь все нужные профессии, ну как бы. Слышите, а можно харакири сделать? Сипуку. Да. Короче, все, я пошел, ну, нормально.
Сзади, ребят, сзади. Нифига себе. Посветил мне фонариком в кусты. Почему-то есть подозрение, что сзади. Я смогу пачками их попасть просто. Так, есть там. О, две сирены. Блять, промах. Одну ёбнул, вторую сразу. Ой, ну, блядь, кто меня жрет, я не пойму. Я пошел, колюсь. Сзади тёлки. Зашибись. Ой, идут, идут, слышишь? Молодые люди. Еще, я не знаю, 10 волн, на каких волнах фонарики появляются? Вроде 7 или 6. Понятно. Блин, а объясните, что это за фонарики? Да не, ты их увидишь. Сам увидишь. 9-10. Но это будет последнее, скорее всего, что мы, блядь, увидим. Понял. О, прыгучий. Там еще чувака с бензопилой даже не видели, по-моему. Да, у нас еще не было с бензопилой, мы так, а. Да, какая бензопила, у меня ж катана. А, объяснишь ему. Да, катана. Он тебя выслушает. Нужен подхил. Сейчас. Пацаны. Реально нужен подхил. Бегу, бегу, бегу. Хмурого. Я кальнул, по-моему. А может и нет. Я кальнул. Мне нормально накололи вообще. Но я эту сирену просто с катана решил ебать. Слушай, а что это за зеленая дрянь вот внизу на полу? Это пиздец. Я нормально подходи туда. О, пацаны, у меня пульки кончились. Бом. Это хил, короче. Вот там стреляющий идет. Пойдем, может, подрежем. Так, все, стреляющего, пойду задержу. Да, 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 я смотрю, смотрю. Давай, слышишь, где он есть вообще? Вы что, его отпетушили прям какой-то гоп компании. Мне даже жалко стало. Так, а это что тут большое? О, вот это сирена, да? Ты мне не нравишься, нихуя. Уа, добиваю. Молодой человек. Опа, сиренка вдалеке. Готово. Блин, а можно их ходить лечить просто? Не, не получается. Так, ну что, надо магазин идти, наверное. Да, пойдем, не будем стрелять. А инмейт втихаря уже съебался. Дерево сейчас срублю, блядь, какой же жесткий берсерк. Говно полнейшее, я не спорю, но просто круто бегать с катаной. Взял и меч. Так, у меня все, слышишь ты, инмейт? Оу. Нормально все у тебя? Ну. Я тут уже полчаса въебываюсь, слушай, у меня катана какая охуенная. Там есть, блядь, кроме катаны, еще меч. Ты с катаной бежишь быстрее, чем я, короче, с ножом. Экскалибур. Король Артур, Андрюх. А он как, он нормальный вообще? Ну, он того. Какой? А сколько он стоит? И за сколько я могу продать катану? Мне как бы вот сейчас важны эти транзакции. А дайте денег, кстати, я вам давал всем денег всегда, дайте мне денег. Че, я посмотрю, что я могу купить. Дайте денег, так, иначе я опять отдам вам свои деньги. Chainsaw. Claymore Sword. Chainsaw, это ж бензопила. Да. Слышите, я угрожаю вам. Так, Power Range. Сейчас я куплю, короче, если мне что-то останется, и все. Я вам знаю, угрожаю. Как посмотреть этот катана, сколько стоит? Если вы не дадите мне денег, то я все деньги отдам вам. А, сэл. Ой. Страшно, блядь? Страшно, блядь? Да. Дайте денег, иначе я вам... Сейчас, где ты? Иначе я вам все деньги отдам, блядь. Не надо, пожалуйста. Давайте, блядь. Да. Давай, я дам тебе денег, Алексей. Давай, бей, накидывай, быстрее. Давай. Еще, давай, кнопку зажми. Давай. Жадный, блядь. Да лашно. Погнали, блядь. Да, ну, блядь, сейчас уехать. Жадный. Что, может, засядем этой волной в доме? Давай. Для разнообразия, погнали. Ну, поехали, ребят. Я могу занять, конечно. Давай вон туда наверх поднимемся. Я могу занять проход какой-то один. Я просто могу оттуда шпарить, хорошо, с арбалета. Отстреливать тоже с минуты. Подруга. Так, я там на куски. Нет, я за тобой. А. Я иду спиной к вам. Открываю. Ребята, ну мне кажется, мне надо идти первому, потому что патрончики. Так, стой, не бери. Невидимая хуйня здесь, ребята. Просто стрелы для арбалета пиздец дорогие, поэтому лучше типа оставлять. Это что, мы здесь типа собрались оставаться? Да. Ну давайте я посмотрю тогда. Я опять слушай, ружьё нашёл. Пацаны, здесь патроны есть. Ребята. Мэтт. Снизу прям патроны валяются. Не. Ну там это. Походу не очень весело. Я поставлю. Я короче, могу прям... Помогите. Вы отстреливаетесь, а я тут самых сложных буду снимать, пока они еще в дом не зашли. Вот, так что смотри, место... тут это... Бензопилой, мудак. Я так понимаю, резать их не стоит, да? Да, патроны кончились.
Блять, чё же он живущий такой? О, слышите, а я победил его. Нормально. Тут еще один есть. Где еще? Туска, туска. Слушайте, пиздец, охуенная точка какая. Давайте оперативно. Я, правда, иногда промахиваюсь по колесику, но все равно, типа, нормально. Алексей, как Калашников? Нормально? Моя группа хилю, если честно. Лех. А через своих чуваков выстрелы проходят? Конечно. Не знаю. Надо затестить. Просто так стоишь и... Ага. Проходите, проходите. Давайте, ребят. Как тут возможно? У меня 6 хп, бля. Ну чё, всё, кто там следующий? Спасибо. Короче, что-то эти бензопильчики, ну, не производят впечатления особо. Нихуя. Даже как-то страшно от мощности нашей тимы. Да. Вообще, если что, у меня это есть там пистолет, могу выкинуть. Ой. Болотце. А какую кнопку выкидывать-то? Да, понять не имею. Ща потыщу. Что, блин? Хуй знает, что не могу найти. Короче, настоящие самураи так не делают, так что... Ну, дайте ж пройти же. Жора, можно я это? Я тебе там баллон немного порезал. Можно пройду, пожалуйста? Давай. Ага, спасибо. Я ошибки, блядь, самурай, мать его. Сюда. Давай, Духа, чё хиляю? Можешь дальше идти чё. Вот это, я понимаю, мясо. Так, тихо, я упал. Ага, обратно, обратно. Сирена прошла, блядь, не успел снять. Сейчас готовьтесь к ее приходу. О, это я готов. Здравствуйте. Че, ёбнули? Конечно. А? Двоих. Короче, я, пожалуйста, фонариком постою, потому что без фонаря. Ещё одна пришла. Рак вообще. Это, ребят, кто там у нас врач? Хилочку можно, пожалуйста? Ага, кололи, как хорошо. Тут вообще вот пиздатое место, в плане того, что вот этих ползущих, наверное, штук 20 уже захуярил. Че он такой жирный? У нас, Юстон, у нас проблемы. Жалко, не показывается хп товарищей. Чё? Оказывается, надо на тап нажать. А, понял. Он мне постоянно показывается. Лёх, а с тобой что случилось? Тут это, с бензопилой, молодой человек. Я умру. Жора. Ого, вообще красава. Все в порядке. Так, а ты что такая здесь? А, хп. Ой, блядь. Хп все меньше, хилочка стоит, хил идёт. Блять, я на колесико заебался нажимать, мне уже реально бицуха болит. Палец что ли сменить? Вот так лучше будет. Можешь кнопку 15 значить, кстати. Вот, хорошая идея. Блять, реально рука уже болит. Так, а можно мне эту хилочку? Меня тут обоссали немного, обливали. Точно пробел. Беги, беги. 40 осталось. Нам этот торговец напоминает, что... А депазу было еще не было даже? Чё-чё-чё? Мы двоих вальнули, не успело осветлить. А пушки продаются в фулл стоимость? С пензопилой троих уже вальнули. Да? Ну, Геннадий уже обогнал меня. По киллам. Пацаны, этот с ракетой меня может заваншотить. Депазу не было еще? Чё говоришь? Там это кричащая мразь, ребята, помогите. Я убрал ее, но там, блядь, еще одна что-то. Да, да. О, инмейтыч приехал. Я инмейт, упал вниз и хуй к вам поднялся. Потому что, ну, то, что молчать не надо, инмейт. Еще одна дивизия. Пропустите, пожалуйста, пропустите. Еще я нашел калаш соло. Это, видимо, проклятый калаш. Пацаны, надо, короче, за калашом идти. Потому что это нормальная тема. Калаш проклятие. Не-не-не, за калашом надо идти, я согласен.
давайте. Пора калаш брать? Все, тихо, не трожьте. Он попадет, если мы... А где он есть? Калаш, мне верните мой. Один остался, его не трогайте. Он за тобой идет. А где калаш? Я за раунд 1100 поднял. А как дропнуть, блять? Вот калаш в этом, на первом этаже. А как ее выкинуть? На первом этаже? Я you got AK-47. А как выкинуть? Сол, глянь на настройках управления, ты все равно мертвый или инмейт, там есть кнопка выкинуть оружие. А, я поищу. У меня калаш соло, короче, давай. Так, ребята, как за выкинуть что-то? Ружье? Сейчас посмотрит. Оп, weapon. Посмотрите, пожалуйста, так, в этом. Блять, в доте по дефолту табличку открывать, палка такая ебаная, знаете, над энтером. А, есть у нас. Погнали, короче, сейчас. Слышишь, Макс, а ты деньги получаешь за то, что хилишь? Да. Так я гранаты видел, кидал там, у вас все коцаны. Слышь, так это такая халява вообще. В смысле? Получать деньги за то, что хилишь. Дайте денег, иначе я вам деньги отдам. У меня твой калаш. О, что ты сказал? Слышь, шантаж не удался, блядь. Где калаш мой? Блин, пистолет. Я начинаю нервничать, ребята. Я начинаю нервничать. Олей! Где ты там? Выкинул калаш, короче. Блин. Не, я реально... Выйди! Я хочу себе клеймор. И денег дайте. Или бензопилу. Денег дайте. Дайте. А что-то еще крутое есть. Я хочу себе скар МК-17, блядь. У вас секунда осталась. Ну чё, блять, то же самое или? Да, может, то же самое, так. По-моему, имба. Можно. Ой, идут уже, быстрее. Там с бензопилой молодой человек. О, давайте. Ой, блять, нет, счет не очень вышел, ребят. Говно случилось. Сука, у меня вылетело, блять. В таком случае предлагаю, ребят, нам побегать с вами. Ну, карта позволяет, я побежал. Я вылетел, ребята, у меня там дезертыгл в руках был. Да. Все, мы его это. Я думаю. Сделаем. Что-то как-то мы были не готовы к началу. Да. Вол, а теперь сервак полный пишет, блядь. Не, он не полный. Ложь. Может, еще не вылетел. Это сейчас. Максим. Короче, да. Я с вами хил, да? Да, давай, держимся это. Вместе. В общем, хиль меня я. А, не, пацана с бензопилой надо с ранжи, наверное, бить, потому что я его мало что делаю. Соло пусть вайс. Я пойду покурю пока. Хотя есть? Нет, слышите, нет. Сдали, иди курить. Бардан, я его раздамажил, иди и бани его. Чё-то он не то чтобы вот очень раздамаженный. Сука, да. Ну, наконец-то. Нет, он был очень раздамаженный, бардан. Три обоймы в него въебал. Но, тем не менее, он такой плотный парень. Он в камышах. Это ахилочка будет там? Мне хилку, чтобы дать, направлять надо с оружием. Трудно. Мы в камышах застряли. Пойдем к свету. Так, видите, а где свет? Во, к свету пойдем, точно. Пойдем. Слушай, я сейчас даю большой круг, а потом иду к магазину. Встретите меня? Слышите, а что это, блин? Надо же гренками таких молодых людей обрабатывать. И меня подхилить вот. Желательно бы. Давай. Все, давай за забором. Нормальный забор. Все, забор отличный. Я притаился. Можно еще деньги скинуть. Че, может они больше не пойдут? А, не, пошли. Надо инмейта где-то встретить, где он там? Я бегу к магазину. Инмейт, слышишь, мы там... Мы в 100, блядь, 200 метров. Меня, блядь, стреляют, пиздец. Я тоже в 200 метров. Коровы, братиш. Я пойдем, хуй знаю, тебе мертвые коровы, короче, я бегу к магазину. Тут пизда. 200 метров, пойдем. Алло. Пойдем. Пойдем спасать. Патроны, если увидите, оставьте. У меня нет, мне вообще никакого. Блин, благо у меня всегда есть патроны. У меня тоже вот он, ухило бесконечно. Все, отбой, меня поймали зомби. Предлагаю на предыдущее место. О, вот здесь зомби, сирену. Дред, как же уебищно выглядит у тебя стрим, без обид, просто тут это окно, оно... Спасибо. Делает эту игру еще хуже, чем она есть. Ну, а что поделаешь? Зато смотри, как мое мастерство катаной. Такого никого нет. Не знаю, я сейчас стрим узнал, что у нас инмейт умер. В команде. Ой. На дороге, может, нас подберет кто? Бля, ребят, мне кажется... За забором неинтересно было. Мне кажется, мы очень плохо стоим.
Не, слышь, ну вообще да, они если пойдут с трех сторон, то нам как бы габелла. Просто у нас есть 4 пути, куда бежать, слышишь? Вон, слышите, вон враг, просто на врагов бежим.